Мне надо помочь, Илья. Все нормально будет, блять. Когда рыжий демон не выкручивался из ситуации? Ну вот это единственное, что меня сейчас беспокоит. Все остальное. Не беспокойтесь. Не беспокойтесь, вы о зубах, блядь, Виджелинка, он их не первый раз вставляет. Да знаю, я У него хуй распух и чуть не лопнул. Ты видел эту сардельку, блядь, омерзительную? Вот о чем стоило переживать. И то там вроде как все заросло, это же пиздец вообще. Было дело, и пару комочков осталось. Но это, кстати, Сергей, обрати внимание, что каждый, кто начинает общаться с рыжим демоном, оказывается на дне. Ну, типа, серьезно. Может быть, да, серьезно. Ну, я не знаю, блядь. Надо друзей выбирать все-таки с умом. Вот Озон, например, нормальный человек. Давайте Озона пригласим. Вау, вау, вау.